Rückseiten. China has reaffirmed its respect for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. This is very important. My Chinese colleague clearly said he agrees that we need not the illusion of peace, but a just and sustainable peace. This is what we should strive for. We should not be seeking temporary solutions. 近期俄乌双方都不同程度地发出愿意谈判的信号，虽然条件时机还不成熟，但我们支持一切有助于和平的努力。 The Minister of Foreign Affairs, Dmytro Kuleba, who is visiting China these days, held talks with his counterpart and gave me a report on the results of the meeting. This is the first visit of a Ukrainian official at this level in many years. And this is good. There is a clear signal that China supports Ukraine's territorial integrity and sovereignty. It was also confirmed what Chinese leader Xi Jinping told me, that China will not supply weapons to Russia. Положение украинской армии настолько катастрофично, что в последние дни мы отмечаем ряд заявлений лидеров киевского режима, спешно раздобывших для себя овечьи шкуры, из которых вытекает их якобы готовность к мирным переговорам с участием России. Подобными рассуждениями отметился как сам потерявший легитимность киевский главарь, так и его подчиненные. Сразу отмечу в этой связи, что озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию о том, что дипломатический путь – предпочтительный вариант решения конфликта на Украине. Мы, как вы знаете, никогда не отказывались от переговоров. Их при наускивании своих западных спонсоров отвергали Зеленский и его клика. В таких вопросах важны детали и нюансы, а их мы как раз и не знаем. Зато знаем, что киевский главарь еще в ноябре 2022 года законодательно запретил себе и своим подчиненным любые разговоры с российскими властями. И указ этот по-прежнему в силе. Знаем также, что еще совсем недавно киевские власти в качестве единственной устраивающей их основу регулирования продвигали псевдомирную так называемую формулу Зеленского, в которой нет и не может быть никакого смысла как с точки зрения элементарной логики, так и с учетом реальной ситуации на фронте. Ван И нам рассказал о том, как проходили его беседы с Кулебой, и мы почувствовали, что китайская позиция остается неизменной. Китайская позиция, еще раз говорю, заключается в сосредоточении на первопричинах. А что касается формата, то, опять же, здесь китайская позиция очень ясно сформулирована в их документах. Может идти речь о подготовке конференции какой-то, какого-то многостороннего мероприятия, только в случае, если параметры и условия созыва этого мероприятия будут приемлемы всем сторонам. И только если на повестку дня будут вынесены все имеющиеся инициативы. Это прямой отказ работать на основе только формулы мира Зеленского, которая тупиковая, утопичная, иллюзорная, и которая никогда не материализуется, это уже все поняли.